Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему», і сьогодні ми поговоримо про яскравий захід, який днями відбувся у Миколаєві – арт-діалог «Спаський трамвай». Ті з вас, хто уважно стежить за нашими ефірами, можуть пам'ятати, як ми анонсували цей захід, цю екскурсію і літературні читання. А сьогодні ми, власне, підіб'ємо підсумки і поговоримо про те, як же все відбулося. У нас в студії чарівна гостя, пані Ольга Сквірська, поет і організатор третього арт-діалогу «Спаський трамвай». Я рада вітати тебе, Олю, у нашій студії. Доброго дня. На початку програми я пропоную переглянути відеоматеріал про те, як же відбувались літературні читання у Миколаєві 14 лютого, а після цього ми повернемось до студії. Харківська поетеса та письменниця Юлія Баткіліна в Миколаєві не вперше. У нашому місті її приваблюють річки, з яких вона і черпає своє натхнення. Юлія пише у жанрі фентезі. Вийшли друком дві її книги, зараз працює над третьою. Сьогодні у нас тема про любов, але я думаю, що я прочитаю трохи маленьких віршованих казочок, які можна, мабуть, віднести до історії про кохання чи принаймні про пристрасть та натхнення. Це третя акція в рамках фестивалю. Кінцевою зупинкою спаського трамваю стало кафе-музей «Депо», куди гості та миколаївці завітали на арт-діалог. Кожен автор отримав завдання спеціально до Дня закоханих. Русскоязычные авторы пишут текст, должны были написать текст со строчкой из Ричарда Бротигана, а украиноязычные из Марианы Кияновской. До заходу долучилась миколаївська художниця Жанна Величко. Виручені за листівки кошти підуть на благодійність. Я збираю дівчинці на інгалятор, то ми вирішили з'єднати корисне з приємним і зробити таку акварельну сушку саме зараз і тут. Після закінчення поетичних читань Юлія Баткіліна провела міні-майстер-клас на тему «Як іде видати свою книгу». Отже, повертаємось до нашої студії, і я нагадую, сьогодні ми спілкуємось із організатором арт-діалогу «Спаський трамвай» поетом Ольгою Сквірською. Олю, власне, захід був дуже багатогранним. На початку цього фестивалю була екскурсія трамваєм, спецрейс був виділений, правда? Да. І після цього вже всі охочі могли залишитись на літературні читання. Багато було поетів, всіх спробуємо згадати сьогодні, але на початку питання організаційного характеру. Ми розуміємо, що оренда трамваю, домовленості з закладом харчування, так, все це вимагає і часу, і коштів, звичайно ж. Чи є спонсори на сьогодні у арт-проєкту? Спонсором арт-проєкту «Спаський трамвай» є моя сім'я. Сегодня. Я слышала такую маленькую информацию о том, что люди задавали вопрос, кто это финансирует, возможно, есть какие-то спонсоры. Конечно, мне бы хотелось, и это нужно, чтобы у такого мероприятия был спонсор, были спонсоры, какие-то деньги, чтобы можно было все на уровне организовать. Но пока это моя семья, это наши деньги. Вот. Но я надеюсь, может быть, буду думать над тем, чтобы писать заявку на грант, или, может быть, кто-то заинтересуется. Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы это было как-то связано с политикой, я надеюсь, что так не будет. Все ж, побажаємо успіху, і я теж сподіваюся, що після такого яскравого дня дійсно охочі долучаться до тебе і стануть принаймні частково фінансувати такі арт-заходи. Я би хотіла ще сказати, що от дійсно пройшло вже три фестивалі, один великий, два більш камерних, хоча по останньому цього не скажеш, було дуже багато людей. Тобто інформація вже є, люди вже слышали, що є такий фестиваль «Спаський трамвай», і я би хотіла пригласити всіх, хто заінтересован в такому ділі, всіх творчих людей, которым это интересно, присоединиться к нам. Возможно, будут какие-то предложения. То есть у нас могут быть несколько площадок. Например, вот у нас летом было фаер-шоу, вот такое направление. Или, к примеру, снова же в теплое время года можно сделать боди-арт. Еще что-то интересное, там рисунок на песке. То есть мы хотим объединить разные направления, чтобы людям просто было интересно.
Ну, цей раз теж був наповнений не лише поезією. В сюжеті ми побачили акварельні листівки. До речі, приємно відзначити, що мета Жанни Величко була досягнута, якщо я не помиляюсь. Да, сьогодні я узнала от Жанни, вона написала в Фейсбуці, що удалося зібрати достатнє кількість грошей на те, щоб все-таки купити інгалятор для дівчинки, яка больна астмою, і не тільки інгалятор, але і медикаменти для того, щоб робити інгаляції. Я дуже цьому рада і постараюсь заявить об этом, рассказать всем, как люди помогли. Действительно, на Спасском трамвае собрали большую сумму, плюс оставалась сумма, которую собирали в других местах, там, где Жанна продавала открытки. И вот сделано такое большое дело. Це дійсно чудово. І повернемось до початку, повернемось до екскурсії. Про ті додаткові напрямки, які ще були на літературних читаннях, поговоримо, а зараз про екскурсію. Спаський трамвай. Сама назва передбачає певний маршрут. Яким же маршрутом прямував спецрейс? Мы думали над тем, чтобы делать разные маршруты. Там технически это не очень просто оказалось, с одной стороны, а с другой стороны, наш экскурсовод, я уже говорила об этом в прошлом эфире, он большой знаток истории города и разных необычных историй, каких-то изюминок из истории города, то, что рассказывали пожилые люди, которые тоже интересуются городом. И мы решили, что пока у нас будет традиционный маршрут по Спасскому спуску до яхт-клуба и потом обратно к парку Петровского. Но в ходе этой поездки можно будет не только рассказывать о том, что мы видим, когда проезжаем по этому маршруту, но и углубиться в какие-то вот интересные истории из жизни города, из жизни горожан. И поэтому, да, экскурсия на трамвае стала уже такой визитной карточкой нашего фестиваля. Надо сказать, что сейчас не только мы организовываем эти экскурсии, есть люди, которые тоже этим занимаются, но у нас, во-первых, это все с очень интересной действительно экскурсией, это все бесплатно. Вот, поэтому я считаю, что это очень привлекательно. Ну, власне, привабливість цього заходу підкреслена тим, скільки людей долучилися. Якщо я не помиляюсь, понад 60 учасників було. Да, меня удивило, что когда мы подъехали к месту сбора людей, к городку Сказка на улице Декабристов, это было еще без 20:11, начало было в 11 часов у нас, уже стояла очередь людей, которые ждали трамвая. Я так удивилась, уже было много людей и очень разного возраста, и потом, когда уже ближе ко времени, люди все подходили и подходили, у нас было очень много людей почтенного возраста, очень много было семейных пар, просто парочек, очень много были с детьми, причем возрастом, наверное, начиная с 2 лет, что тоже меня удивило, но мы предусмотрели, мы в этот раз угощали наших пассажиров глинтвейном и сделали и безалкогольный глинтвейн, чтобы могли и детки попробовать. Тобто потурбувалися і про таку наймолодшу категорію. Конечно, да. Очень повезло, что кафе-депо, кафе-музей-депо, в котором мы проводим чтение, оно, там такие хозяева, они очень люди неравнодушные, у них много идей, они все рады помочь во всем. И вот они нам помогли с глинтвейном, они дали 2 ребят, которые помогли все это быстренько разлить, разнести. И я думаю, все были довольны, люди ехали со стаканчиками, все культурно, красиво, в общем, я думаю, люди получили удовольствие. То свято теж відзначили. Конечно, да, и действительно, людей было очень много. Вот именно зимний маршрут, это 3-е мероприятие в рамках фестиваля «Спасский трамвай», оно как раз и отличается от 2 предыдущих тем, что и в трамвае было очень много людей, и в кафе-депо на чтение поэтически тоже пришло очень много людей, и причем многие из тех, кто ехали в трамвай, они не ушли, как это было в прошлые разы, а очень многие дошли и до поэтических чтений, присутствовали на чтении. Ну, власне, не лише поетичні читання було, також можна було насолодитися музикою, правда? Да, наш известный николаевский джазмен Владимир Алексеев помог нам найти музыканта, саксофониста Станислава Комарницкого, который с удовольствием согласился и принял участие, играл на саксофоне. Была такая приятная атмосфера, вообще оказался очень приятный в общении человек. Одно удовольствие сотрудничать с такими людьми. Вообще команда играет большую роль.
одному человеку сделать такое мероприятие просто нереально. Нужны помощники, и не просто помощники, а люди, которые, на которых можно положиться как на самого себя, довериться и знать, что они тебя не подведут. И вот Спасскому трамваю очень сильно помогает Роланд Байразян, это опора, можно сказать, фестиваля, он с самого первого мероприятия с нами. И вот сейчас появилась Жанна Величко, художник-аматор, которая рисует акварельные открытки, вот продает их и собирает деньги на такие добрые дела. Жанна взяла на себя оформительскую сторону, потому что это тоже очень важно, чтобы все было красиво, приятно, картинка была красивая. И я очень рада тому, что вот такая у нас команда. Это очень важно. Цього року географія учасників літературних читань розширилась. Ми бачили у відеосюжеті на початку програми, що була гостя з Харкова Юлія Баткіліна. Теж надзвичайно приємна людина, як на мене. Шкода, що вона вже поїхала, і ми не можемо зустрітись у студії. Як враження у Юлі? Я впевнена, що ви спілкувались після арт-фестивалю? Звісно, да. У нас на осінньому фестивалі приїжджала поет из Харькова Евгения Красноярова, она тоже осталась очень довольна, и я была ужасно довольна, что она приехала, я очень люблю этого автора. А в этот раз, да, приезжала Юлия Баткилина, мы познакомились с ней на литературном фестивале «Ватерлиния» в 2013 году, который проводился у нас в городе, и она мне тоже тогда очень понравилась, я помню, она получила специальный приз жюри тогда за свои сказки. Очень интересный автор, я ее пригласила приехать, хотя, когда я ее приглашала, была такая снежная зима, как раз Украину засыпала снегом, но Юля сразу же согласилась, несмотря на то, что далековато ехать, вот, и приехала, и она не только читала, но и провела по окончании чтения мини-мастер-класс, в котором рассказала о своем опыте издания книг. Дело в том, что так складывается, что и в прошлом году вот у меня вышла книга, в этом году готовят свои книги еще несколько авторов николаевских поэтов. И это книга досвід став на годі, да, був корисний. Эта тема очень актуальна, и людям было интересно это послушать. Юля такой продвинутый в этом плане человек, она знает разные издательства, условия, как можно вот найти наиболее подходящий вариант. Она этим поделилась, люди сидели, записывали за ней, так что все это было очень полезно. Тема электронного видавництва не розглядали? Да, да, было такое, она назвала там и адреса сайтов, рассказала тоже, как этим заниматься. Тому що насправді сьогодні все одно, хочемо ми цього чи ні, але літературу треба і в цифровому вигляді теж надавати людям. Конечно, да. Кстати, наш поет Ксана Коваленко вот как раз и задавала вопрос об электронных книгах, и я, например, для себя сделала открытие, что электронные книги тоже можно присвоить библиотечный код ISBN, то есть и это будет полноценная книга. Действительно, сейчас все читают в интернете. І повертаючись до літературних читань, було дуже приємно, що поряд на одному майданчику виступали і вже визнані, добре відомі майстри слова, і молоді літератори, для яких це дійсно нагода і поспілкуватися, і заявити про себе. Скільки було поетів на читанні? У нас було, планувалось, от крім Юлії Баткіліна із Харкова, у нього був окремий блок, у нас планувалось 9 авторів. Но в итоге было 11, потому что кроме тех, кто был заявлен, пришли еще Олег Палам, наш николаевский известный автор, и неожиданно пришел Владимир Пучков. Это надзвичайно приємна, насправді, була зустріч. Да, я была очень удивлена и очень рада этому, потому что я давно его приглашала. Мне неловко было ему сказать, что вот приходите к нам почитать. Я думала, ну, придите посмотреть, вот приглашала так. А он пришел и сам изъявил желание выступить. Более того, вот как говорилось в сюжете, было дано задание авторам написать текст со строчкой из Ричарда Бротигана или Марианы Кияновской, и Владимир Юрьевич вышел и сказал, у меня экспромт. Я вот написал и прочитал. В общем, да, я очень довольна. И вообще, вот это вот действительно соседство молодых авторов, а у нас вот выступала Юлия Шокол, начинающий поэт, очень хороший, и уже опытных авторов, это здорово. То можно было прийти и безпосередньо, без запрошення, заявити про своє бажання прочитати? Смотрите, не совсем. Вот это тоже такой интересный момент. Я очень тщательно отношусь к подбору текстов. Мне бы не хотелось,
сделать, чтобы у нас присутствовала графомания, я стараюсь все это отбирать. Да, делаю это на свой вкус, как бы мне... Ну, на правах организатора? Да, да, мне писали о том, что, ну, насколько это правильно так отбирать, ну, а как иначе я организовываю, пока так. И я считаю, что я имею право отобрать тексты. Все участники, которые выступают, конечно, это уже известные в основном авторы. Если это начинающие или которые мне были неизвестны, я знакомлюсь с ними, знакомлюсь с их текстами, и так они попадают в программу фестиваля. То есть внезапно... А возможность такая все одно есть? Да, есть, если текст хороший. Вот в прошлый раз у нас, да, выступала девушка, которая экспромтом написала текст и выступила. Вот, в общем, в принципе, свобода есть, но все равно... На певних межах. Да, в определенных рамках, ну, правда. Це, в першу чергу, я думаю, повага до відвідувачів, тому що людей було чимало, і так само були люди різного віку, були і діти, тому треба було все ж таки, да, якимось чином коригувати таку сенсову частину, зміст. Конечно, это с одной стороны, но и с другой стороны, я считаю, что должна звучать хорошая поэзия. Я хочу, чтобы это было приметой именно Спасского трамвая, что у нас звучит только хорошая, качественная поэзия. Ну, насправді, я як гостя була на цьому трамваї і хочу відзначити, що вдалося. Вдалося, Олю, дійсно, поезія була дуже на високому рівні і дуже зворушлива. Я хочу ще відмітити, що от я так спонтанно прийшла ідея дати задання авторам написати стихотворення зі строчкою із звісних поетів. Ну, я думаю, кто как справится, может быть, это будет что-то случайное, но на самом деле, вот я послушала, что люди написали, и я в восторге просто. Такие есть тексты, очень зацепили меня просто колоссально. Я очень рада этому, я думаю, мы такое будем практиковать, еще что-нибудь придумаем. Ну, щоразу щось нове з'являється, але оця обіцянка «щось нове придумаємо», вона дає нам надію сподіватися на наступні трамваї? Звісно, да. Очень хочеться, щоб це було регулярно. Звісно, виходить так, що, як написала Оксана Коваленко в своєму відзиві о зимнем маршруті, ежеквартальний фестиваль. Ну, собственно, да, оно так и получается, и мне кажется, это интересно, вот раз, 4 раза в год, в каждое время года проводить фестиваль, просто у каждого времени года свой колорит, который хочется использовать. Ну да, в принципе, это достаточно напряженно, потому что большая организационная работа, но с другой стороны, это интересно, и, конечно, хочу весной, в мае, сделать очередной фестиваль, придумаем ему название, то есть я бы еще хотела, если есть возможность, пояснить, что тоже просто задавали накануне зимнего маршрута вопрос, вот люди немного запутались, Спасский трамвай, арт-диалог, зимний маршрут, что, к чему и как это. У нас... В прошлом году арт-оптимисты, это наша общественная организация нашего города, привозили, приглашали в Николаев человека, которого зовут Дэвид Бойд. Он живет в Ирландии, в Белфасте, и организовывает там уже 20 лет карнавал. Дело в том, что Белфаст известен тем, что, ну, там очень напряженная обстановка между католиками и протестантами, столкновения, высокий уровень преступности. И вот этот человек рассказывал, что 20 лет назад ему пришла мысль сделать что-то, что покажет город в другом свете. Вот сделать карнавал. И за 20 лет ему удалось привлечь людей таким образом, что и те, и другие Цей противоборствующие стороны. Карнавал стал визитную карточку. Да, визитной карточкой города, и противоборствующие стороны стали в нем вместе принимать участие. Вот такое примиренческое направление получилось. И он привлекал туда и художников. И в рамках этого карнавала, который проводится раз в год, в рамках этого карнавала проходят еще разные мероприятия, небольшие. Вот мне так понравилась эта идея, тогда как раз прошел первый трамвай только в августе, и я подумала о том, что ну здорово, вот может и мы так будем делать, вот есть проект «Спасский трамвай», в рамках которого можно проводить разные встречи. То и экскурсию, и литературные читания, и какие-то, возможно, пленэр. Да, то есть даже вот так, как я сейчас делаю, вот был осенний из депо в депо, у нас была, называлась арт-прогулка из депо в депо, и сейчас арт-диалог зимний маршрут, то есть они ну, похожи по структуре на большой фестиваль «Спасский трамвай», который был летом, но в принципе в рамках этого фестиваля можно проводить и какие-то небольшие окремі акции. Такие заходы, так? Да,
вот может быть там благотворительную там продажу книжек авторов наших, которые принимают участие, или вот что-то еще там придумать, небольшие выступления какие-то. И эта идея очень интересная. Я думаю, надо ее развивать. Почему я и обращаюсь к творческим людям, которым интересно, чтобы они писали, и будем сотрудничать. Оля, а не было звернень з інших міст з пропозиціями, можливо, допомогти в організації подібних фестивалів вже там в інших регіонах? Нет, пока такого не было. К сожалению, я как-то немножко поздно этим занялась, вот такой рекламой Спасского трамвая на всеукраинском уровне. Но сейчас я потихоньку начала этим заниматься. Хотелось бы, чтобы людям из других городов было интересно. Возможно, авторы из других городов сами изъявят желание к нам приехать и выступить. Возможно, будут просто люди, которым интересно, и они приедут к нам посмотреть, что это такое. Вот, то я думаю, ну будем работать, еще только начало самое. Коли ми анонсували зимовий маршрут і арт-діалог «Спаський трамвай», ми говорили про те, що мета такого фестивалю – це зробити цікавий захід, показати Миколаїв і зробити літературний фестиваль не пафосний, а такий наближений і до авторів, і до читачів, без пафосних промов і таких якихось офіційних моментів. На думку організатора, вдалося досягти тієї мети, яка від початку стояла? Да, я могу сказать, что абсолютно удалось этого достичь. Дело в том, что я сама очень не люблю долгие речи. Я считаю так, если это поэтический фестиваль, должна звучать поэзия. Авторы должны читать. Чем меньше речей, тем лучше. И я сама стараюсь даже предварительное, какие-то вступительное слово не делать слишком долгим, только по существу. И в основном авторы читают, поэтому у нас достаточно много авторов участвуют, потому что, ну вот, на протяжении всего фестиваля действительно звучит поэзия. Ну и музыка. Музыканты, конечно, я тоже бы хотела, чтобы к нам приходили, обращались, потому что нужно объединять в этом симбиозе вся соль. До речі, не лише саксофон, гітара ж теж звучала. Да, вот, спасибо, что напомнила, Настя. Да, у нас аккомпанировал гости из Харькова Юлии Баткилиной, наш николаевский музыкант Сергей Бутенко, с которым мы тоже давно сотрудничаем, делали вместе совместные вечера. И вот последний был в декабре, это была презентация моей книжки «Три желтых сна». У нас такая получилась чудесная программа, я думаю, еще обязательно где-то ее показать. Вот, Сережа играет на пианино, на гитаре, пишет свою музыку великолепно просто. Он студент нашего университета культуры, очень талантливый парень. Тобто ми бачимо, що прекрасне мистецтво об'єднує всіх. І тих, хто хоче просто долучитися, послухати, насолодитися і гарним художнім зображенням, і тих, хто готовий творити. Да. Олю, я дякую і за цю ініціативу, за «Спаський трамвай», який став справжнім подарунком для миколаївців і гостей міста до Дня закоханих, і за участь у нашій сьогоднішній програмі, звичайно ж, теж дуже вдячна. Бажаю успіхів і сподіваюся, що незабаром будемо говорити вже про четвертий весняний трамвай. Дякую. Я дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви залишались з нами протягом цього ефіру. Нагадую, сьогодні ми спілкувались із Ольгою Сквірською, поетесою миколаївською і ініціатором, організатором арт-діалогу фестивалю «Спаський трамвай». Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. На все добре!